вот эту маленькую. Давай. Вот кидаем, что, трёху или вот отсюда? Трёху. Давай, кто проиграет, садится жопой и вытирает. Нет, того проводит. Хорошо, давай, вези. Вот тут. Горишь? Эх. Ты заебал. Ты заебал. Давай. В смысле? Готовь свои партии. Всю мозгу. Это пизда. Давай. Давай. Сюда! Иди как мужчина! А я не как мужчина бегу. Иди как мужчина. Не фанта? Синий чай тайский, знаешь, куда-то? А что у тебя, специальный подчай, такая тема? Ну, кидай как мужчина, что тебе сказать? А меня такой, что жопой провезли по пятну. Видела? А почему не поинтересовалась, что произошло? Ну, давай на это сыграем. Нет, тут надо большую жопу. А ты точно в карты играешь? Где да. Азарт? Где желание отыграться? Он так на меня посмотрел в объектив. Это слоумо, знаешь? Как котенок за фантиком, блядь. Ну вот это я понимаю. Надо было раньше приносить, да, эту штуку? Да-да-да. Желание поумнёго, вот надо было раньше приносить. Убирай. Ой-ой-ой, что так сильно-то? Покажи вообще, что умеешь. На покажи. Тебя? Нет, не на мне, я снимаю. Нет, я снимаю. Оператор? Давай я снимаю. Ай! Оу! Ну, у меня по жопе бегает, хлопает. Забыл кое-что. Да-да-да, первое правило бойцовского клуба. Залетаем с двух ног в него. Дальше. Молодец. Пошла! Сзади! Мужчина. Давайте попьем водички немножко. Женщина, мужчина. Ах ты, блядь. Не первый день живет. Что происходит, блядь? Вытолкало, нормально. Ты посмотрел такой на меня, как на идиота, и решил сам все сделать. Оценил свою команду.
А давай этот, проверим. Открыл крышку, открой это надо. Да, да, да. Давай, давай, давай. Ну это куда-то тумач. Отвлечь в драку, чисто. Пишите мне на e-mail за халайтом. Стенка! Стеночку. Треугольник, точнее. Разводи. Ты его напугал? Я его не трогал. Хорошо! Плохо! Ужасно! Видишь, сразу наказано. Давай вот тут крышку ногой. Да не на мне! Ты что меня там колотишь? Сейчас твою крышку расходу. А его обмазали какой-то субстанцией. Рому или мяч? Не-не-не! Рома, Рома! Бля, все смотрели просто, как ты это делаешь. Никто не пошевелился. Все сказали так, да ну нахуй. Воу! Я вставлю, где он забил. И получится, давай, что ты забил. Выпили что-то? Ты, давай, а ты этот. Получился флешком. А я этот, да. Блин. А у меня там средний пальчик. Давай, да. Бей в мяч. В смысле? Ты же мне сама показала. Я тебе показала кольцо, блядь. Пойдет, пойдет, пойдет. Ой, хорош! Да зачем ты меня хвалишь? Я еще не забил. Сейчас сложно. Хуесосишь тебя, ты не можешь. Не забиваешь, хвалишь, не забиваешь. Непонятно как. Хорошо, хорошо, Борис! Смотри! Шмаляй! Под нигерскую хрень ты забил. Вот так. Что за желание, да? Бей его! А я? Бей меня, попадешь в него. А если я тебе в ответ ударю, ты меня заплатишь? Не больно? Я правильно сделал? Я тебя заблочу. Подними меня. Я тебе покажу, почему неправильно. Голову закрывай. Что началось? Вы же нормально промахиваете. Хорошо, что мы не считаем. Мы просто не кидали. Тут мог кто-то позвонил, да. База. Это как обычно, блядь. Это тоже как обычно. Да? Играй, играй! Да. Бля. Мужчина. Хорошо. Давай в среду мы будем меня драться. Меня сегодня в 4. Мой хуй с твоей губой. Что вы делаете? Что ты там делаешь? Я не могу. Паша, ты на воздух, ты там мальчишек колотишь? Вот, ты же видел, да, что я там делаю. Давайте лучше это, баскетболистами соберемся пивка попить как-нибудь. Кольцо, кольцо. Давай. Ты, блядь, видел, что он сделал? Шмали! Хорош! Идеальный пас, я считаю. Вот это я понимаю. Спортом, блядь, любой может заниматься. Вот бухнуть нормально. Я бы покурил бы. Вот я и сказал. Женя, вот никто с собой. Либо одно, либо другое. Я и обращаю внимание. Думаю, гад, здравствуй, с игры, думаю, где ножницы? Да.
Значит, наркоман ходит, блядь.